Я как Томас Шелби с грустью так и шел бы, и пусть меня никто не нашел бы. Ребят, предлагаю взять в руки гитару, чтобы разучить душевную песню Камбулата Томас Шелби. Кстати, после моего кавера на данную песню сам Камбулат выразил респект в Инстаграме. Оказывается, он учился по моим видосам. Это круто, что мои ученики становятся артистами и достигают высоких результатов. Поехали! Я останусь сам, понят, я не стану другим. Не важно, сколько мне лет, пойми, внутри я погиб. Перепутали пути с тобой, родная. Внутри меня идет война, фая, фая. Пойми, что мы с тобою в эпицентре войны. Вместе, но одни, над моей головой дуло пистолета. Сегодня есть я, завтра нету. Я как Томас Шелби, с грустью так и шел бы, и пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе, сам за себя. Я как Томас Шелби, с грустью так и шел бы, и пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе я. Посмотрим аккорды песни. Первый аккорд FM, первый лад. Аккорд FM. Второй аккорд CM. На третьем ладу нижняя посадка. Третий аккорд до диез мажор. C решетка. Или правильнее назвать ре бемоль мажор. D, B. Вступление играется таким вот перебором. Дергаем шестую, третью, вторую, первую струну. Еще раз. Ждем. Аккорд CM. Пятая, третья, вторая, первая. До диез. Пятая, третья, вторая, первая. В это время поете припев. Я как Томас Шелби, с грустью так и шел бы, и пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе, сам за себя. Посмотрим, какая мелодия поется в припеве. Ноты фа, третий лад четвертой струны, первый лад второй струны. Я как Томас Шелби. Дальше нота до диез или ре бемоль. И снова до. Я как Томас Шелби, со с грустью так и шел бы, и пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе, сам за себя. Дальше второй раз то же самое, только в конце мелодия меняется. Я как Томас Шелби, со с грустью так и шел бы, и пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова, сам по себе я. Потом начинается первый куплет. Играем вот таким вот классным боем. Дергаем шестую, третью, вторую, первую струну вместе. И делаем хлопок. То есть приглушаем звучание всех струн. И еще раз потом дергаем. Потом дергаем третью. И делаем удар вниз. То есть... Аккорд CM. Один раз. Все, здесь уже поем куплет. Какую мелодию здесь петь, сейчас покажу. Я останусь сам, бонит, я не стану другим. Не важно, сколько мне лет, пойми, внутри я погиб. Перепутали пути с тобой, родная. Внутри меня идет война, фая, фая. Пойми, что мы с тобою в эпицентре войны. Вместе, но одни, над моею головою дуло пистолета. Сегодня есть я, завтра нету. Таким образом звучит куплет. Давайте посмотрим, какие ноты петь в голосе, чтобы спеть чисто. Я останусь. Те же ноты, что и в припеве. Нота фа, нота до, си, ля бемоль, си бемоль, до. Я останусь собой, нет, я не стану другим. Не важно, сколько мне лет, пойми, внутри я погиб. Перепутали пути с тобой, родная. Внутри меня идет война, фая, фая. Пойми,
эпицентре войны. Вместе, но одни. Над моею головою дуло пистолета. Сегодня есть я, а завтра нету. Сейчас многие сидят дома, потому что карантин, школы закрыты и прочее, поэтому я буду стараться для вас выпускать чаще видео. И это очередной раз призывает вас к самосовершенствованию в домашних условиях. В домашних условиях многому можно научиться, главное не лениться и не скучать. Скачать, допустим, мои видеокурсы по гитаре, вокалу, которые находятся в описании под видео. И уже наконец-то освоить гитару. Вот он может быть случай. Вы хотели давно, но никак не было возможности, времени. А сейчас сидите дома и вместо сериала можете взять, начать изучать инструмент, петь уже и исполнять любимые песни. Все ссылочки в описании. Идет припев после куплета, его играем уже полноценным боем. То есть делаем слайд. От 12 струны пам, по 6 струне скатываемся к аккорду фа диез минор. То есть опять-таки применяем здесь клубный бой, но в довольно медленном темпе. Аккорд FM, делаем удар вниз, вверх, ногтем большого пальца и хлопок. То есть ловите ритм, не все там ровно. То есть первый удар дольше звучит. И сразу удар вниз, да? Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок. Два раза вверх, подушечку указательного или большим можете. Вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Но в конце это не важно, главное делать первые 3-4 удара. Да, вот так можете. Не доигрывать даже. Главное понять, что это просто. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Я как Томас Шелби, со с грустью так и шел бы. И пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова. Сам по себе, сам за себя. Я как Томас Шелби, со с грустью так и шел бы. И пусть меня никто не нашел бы. Клянусь, мне так плевать на твои слова. Сам по себе я. Начинается второй куплет. Играю на тех же аккордах, просто на октаву выше. То есть FM аккорд, 8 лад, нижняя посадка. Как и CM, то есть вот здесь, да, был? Аккорд CM над ним. Аккорд C диез уж рядом. 9 лад, да? То есть вот, вот и вот. Все. Рядом. Можете не играть, можете продолжить играть вот здесь. Но мне кажется, здесь зажимать легче, потому что натяжение послабее будет. Самый центр гитары. А ты так мило смотришь на меня. Заворожила меня своим голосом. Как жаль, что ты ядовитая змея. Но ты разбила сердцу Томасу. Перепутали пути с тобой, родная. Скажи мне, фая, фая. Но в меня стреляют. Убегай, уходи. Между нами дожди. Я останусь один и снова. Ребята, на этом все. Дальше будет разбор песни Макс Коржа «Малолетка». Если еще не видели мой кавер, то ссылочка будет в описании, а также в конце видео. Если вам понравился разбор, был полезным, то поддержите его, потому что создание разбора занимает огромное количество времени. 3 часа на монтаж, 1.5 часа на съемки, это помимо разучивания песни. Желаю вам всего хорошего, не болейте, занимайтесь спортом, музыкой, становитесь лучше. Всем пока.